Всем привет! Сейчас в каждом доме имеется машинка для стрижки волос. Вещь удобная, спору нет. Один минус. Периодически нужно затачивать ножи. Перед тем, как приступать к данному процессу, сначала проверьте винты. Быть может, проблема именно в них. Достаточно просто их подтянуть. Или вы просто давно не смазывали ножи, особенно место соприкосновения к неподвижному ножу. Как правило, из-за этого места возникает больше всего проблем. Если ничего не помогает, тогда возьмите растворитель и налейте в пустую емкость. Также отлично подойдет ацетон или white spirit. Теперь нам понадобится паста от Goya. Данная паста применяется для шлифования и полирования стальных сплавов. Купить такую пасту можно в ближайшем хозяйственном магазине или заказать в интернете. Разрезаем на мелкие кусочки. Чем меньше, тем лучше. Насыпаем в растворитель и тщательно размешиваем, чтобы не было комков. Я вам скажу, что этот процесс не быстрый. Лучше всего замочить на 12 часов, тогда паста будет мягкой. Нам нужно довести данный продукт до консистенции сметаны. Должно получиться примерно вот так. Ну вот, собственно, и все. Наша смесь готова, и можно приступать к заточке лезвий. На данном этапе не нужно ничего разбирать. Просто включаем машинку и опускаем ножи в пасту на 4 минуты. Затем отключаем машинку от сети и промываем в воде. Данная паста довольно легко снимается. Снимаем ножи, проходимся щеткой и обязательно все смазываем. Посмотрите, какой шикарный результат у нас получился. Теперь машинка стрижет как новая, не дергает волосы. Я думаю, что еще прослужит очень долго.